Всем привет. Меня зовут Виктор. И мы продолжаем покорять просторы Horizon Zero Dawn. Сегодня будем продолжать зачищать лагерь этих зараженных, прокаженных машин. В прошлый раз, как вы помните, бычара меня там завалил. Сейчас запасусь стрелами. Ресурсами, да? И просто пойду и размотаю их там всех. О, я здесь что-то еще не подобрал, а ловушка. Ну, где ты? Так, давай проводов накупим. Давай сжаться не будем. Шестьдесят хватит. Огнежар. Пятьдесят. Ух, ну думаю. С таким запасом я-то их сейчас точно размотаю. Так, делаем сразу все, что мне нужно. Сразу что-то все, что нужно, делаем. И просто идем разматывать. И просто идем их и разматываем, да? Что бы чара? Рогатый. Ну, повернись бочком, повернись. Че, неприятно, да? Неприятно, скотина? Неприятно, да, я спрашиваю, тварь? Что, блядь? Что? Сыкло, куда побежал? Куда побежал, сыкло? А вы куда? Сыкуны, блядь. Иди сюда. Сюда, говорю, иди. Да точно, есть. На жопе шерсть у тебя. Куда вы? Куда? Но... смелые, да? У меня не так много патронов, чтобы еще промазывать. Элочка, заканчивай промазывать-то. Так, куда эти? Ой, как я рад, что я уровня достиг этого, да? А куда эти-то опять секунды все позбежали? Так, что у меня тут? Сколько стрел-то там? А, три. Вон там. А те-то, слушайте, это вообще прям
Уметелили-то там прям. Ого-го. Нужны подходящие боеприпасы. Ну, гори-гори ясно. Скотина свалил опять. О, да. Меткий пимпец, какой меткий. Да, какой они тебя выслеживают? Они подойти к тебе боятся. Очкуют. Ну, что? Куда, куда? Кто тебя отпускал? Тварь. Какие же вы сволочи-то. Какие же вы-то прям. Очкуны-то прям. Хух-хух-хух-хух-хух. Так, здесь я... Чик-чик-чик-чик-чик, да? А. А корешок-то твой, очкун, сбежал. Так, отлично. С одним. Еще минус один. А эти сыкуны свалили, да? Окей, давай. Подходи, подходи. Бычара рогатый. Без боеприпасов от этого. Блин. А, у нас закончилось, да, как обычно? Так, этому маленько осталось. Так, ну-ка, а что у нас насчет этого? Точно в цель. Все, кончился, тварина. А вон ты, бегунок, да? Эх ты ж, черт. Ну ничего, давай. Ах ты ж. Гад, да? Спрятался, спрятался. Ну, чё? Придётся подходить.
Придется подходить, а что делать-то? Что делать-то? Раз они такие очкуны. Раз они очкуны. Придется подходить самому. Ну вот, начинается. Давай, давай. Убивай этого гада. Сейчас сдохнет. Все. Ну. Подожди, я не понял. Сука, я думал, он отрегенился просто. Я чуть не отхерел. Я просто чуть не подохерел. А вот он еще этот... Козлевич стоит. Ну-ка. Бляха-муха. Герой, да? У меня есть чем тебя угостить. Там ему пару стрел-то вот этих сейчас засадить надо. Все. Блин, я не теми стрелял. Не заметил даже. Ну ладно, зону хоть завершил, и то радует. Уже хоть завершил, и то хорошо. Стой, куда катишься? Тут всякого добра полно. Не, если бы такой позиции не было снайперской, то тяжело бы. Тяжело бы пришлось. Прям очень тяжело бы пришлось. Так, ну-ка. А, нету этих, да? Спирали или что там? Собиратель. Коробка собиратель деталей. Ну ладно. Так, и чё? Подожди, давай. Так, предметы, сундуки. Так, и теперь, так, мы тебя зачистили, дуголомы. Так, ну вы мне как бы тут нахер не нужны. А, так, что по заданиям-то у нас, какие есть дела? Так, за знакомство, 1700, заложники. С 20 уровня, да? Ага. Так, здесь побочки. Смертельное наследство. Так, ну погнали.
Давай сходим сюда. Начнем с этого. Че, я этих завалил, теперь можно? Да. Короче, надо вот эти красненькие собирать, а не вон эту полоску хп. О, апнули. Тут ничего нету у нас спутнего. Нечего искать. Подожди, мне сейчас что, на эту гору? А, не, вон мне. Так, стой. Я что-то не понял. Тут типа как дорога есть, да? А, по вот этой, да, скорее всего. Блин, как я херово тут ориентируюсь на этой карте. Машины уничтожить? Да. Че, мне впервые что ли их уничтожать? Так, а это что такое там? Пилозуб? Лиходей? Рыскарь? Слушай, что-то вот с лиходеями я, по-моему, еще дел не имел. Вот с лиходеями я, по-моему, еще не имел делов. Ну, чё ты? Ты меня не видишь. Да мне наоборот, надо, чтобы он поближе подошел. Огню уязвимость. Угу. Так, теперь давай, чё, к огню, типа, у него уязвимость. Туловище. Фу, так, костер далеко. Давай попробуем. Разберусь побыстрее. Ха-ха-ха.
Отлично, прям. Так, ну вроде справился. Вроде справился, это хорошо. Конечно, все подхилки потратил. Но как бы это... Это того стоило. Интересно, от чего он? Ну, там написано было, что от мастерской, Элой. Ну, ты... Ага. Угадайте, какое было воинское звание у маршала Рыбалка? Я, конечно, затрудняюсь, да, какое было звание у маршала. На ключе же написано, что от мастерской. Здесь... Помогаю. Спасибо. Я уже не верила, что кто-то придет на помощь. Кажется, все погибли. Ты уверена? Жди тут. Я осмотрюсь. Ой, блядь, эти диалоги там бесконечные. Я хочу проститься с отцом. Прощайся, иди. Так, а, я-то думал, тут подъем наверх есть, а тут хер там, да, вам, а не подъем наверх. Тут такие диалоги, вот сколько с ними общаешься, общаешься, и в итоге все равно все заканчивается тем, что надо выходить. То есть каких-то побочных... квестов из того, что ты с ними общаешься, там как-то еще не всплывало у меня. Нет, стой, подожди. Ну вот мы... Осмотреть поместье надо. Ну, поместье — это дом? Или это территория, прилегающая тоже поместьем считается? Как это? Так, а стой, подожди. Мне, скорее всего, надо вот сюда, да? Здесь осматривать или нет? А здесь-то что осматривать? Тут, блядь, кладовая какая-то. А наверх-то как подняться? Тут хер как. Сюда. И сюда никак, да? Ладно, давай по улице... А, так, подожди, здесь же еще... Вот здесь, да? Какая-то... А, вот тут еще тела лежат. Он там что-то тикает. Мне нужно пробраться внутрь. А мы с тобой ключ не от этого? Ну, мы же должны были ключ с тобой от этого подобрать, да? Потому что там-то мы копьем выламывали. Значит, ключ мы от этого подобрали. Слушай, а... Это что, блин? Без окон, без дверей, полнокузница гостей. Горница гостей. Кто бы сомневался, что в стене специально будут так камни выложены, чтобы ты забраться могла. Обалденно, прям. Слушай, тому мастеру, который строил, надо просто, знаешь, низкий поклон сделать. Что он побеспокоился о том, что придет Элой, и она это... Это
это устройство испускает сигнал. Возможно, именно он и привлек машины. Давай мы его расхерачим. Все, заткнулся. То сейчас еще машина. Я включила сигнал. Да ты крута. Кто-то намеренно заманил сюда машину. Да ради. Чтобы убить всех в поместье. Пиндец. Че, мы можем отсюда выйти? Дверь отпирается изнутри. Так, вернитесь к Дораде. Где у нас? А, она рядом. Я нашла приманку. Кто-то нарочно вам ее подложил, чтобы заманить сюда машины. У твоего отца были враги? О, Раноман, мой брат. Он проигрался, воровал. Пытался вымогать. Когда отец его выгнал, поклялся отомстить. Это Раноман меня прислал, чтобы я прогнала машины от его наследства. Какой подлец. Фу, надо что-то делать. Чего нельзя, сестра? Получить мое наследство? Мы из одной колыбели, убийца. У тебя нет чести? Видимо, нет. Зато будет поместье. Увидишь отца, передай... Я благодарен за богатство. Оба-на. Что до тебя? Это устройство призовет новые машины. Это ведь проще, чем убивать тебя сам. Да. Дебилоид. Так, я могу здесь хоть спрятаться-то? Так, минус одна, это хорошо. Лежать, лежать, сказали. Элой говорит лежать. Ну и чё? Блин, я думал их 4, а их почему 3-то здесь? Что мне сперва показалось, что их 4. Оба. Меткая какая тварина. Так, Элла, давай без геройства. Без геройства, давай. Сейчас мы ее аккуратненько расколбасим. Сейчас мы ее тихо, мирно и по... Thank you.
Так, ну типа, насчет мирно не получается, да? И тихо. Все. Пиздец, блин. Сейчас чуть не просрал ты вообще, чуть не просрал. Опять все зелья ХП потратил. Так, стой, подожди, где-то здесь... А, вон еще. Три. Значит, всего три было. Всего было три. Хорошо, что есть добрые люди, как ты. А не только такие подонки, как мой брат. Мой отец всегда славился своей щедростью. И я продолжу эту традицию. Возьми. Пригодится в твоих странствиях. Ну и что там? А что ты мне дала-то? Коробка с внушительной наградой и опыта, да? Хорошо. Так, давай посмотрим сразу, что за коробка. Неплохо. Ладно. Окей, так, давай дальше. А, задание. Побочки. Племя Банук. Это, по-моему, в ту область, которая у меня еще не исследованная, да? Надо телепать вот сюда. Далековато. Так, здесь. А здесь недалековато, да? Давай до туда тогда. Сейчас сперва все побочки сделаем, потом уже дальше основную линеечку продолжим. Проходи так проходить. Игрушка прикольная. Почему бы не понаслаждаться? Почему бы не покайфовать при прохождении? Да? Вот и я про то же. Есть возможность покайфовать. Надо покайфовать. Поэтому будем кайфовать. Так, и... Вон тудышеньки. Вон тудышечки. Скоро мне это понадобится. О, да. Ой, как скоро. Скорее, чем ты можешь даже подумать. А я что-то деревья перестал эти ломать. Так, ну-ка, что у нас тут? Так, этого пока... Блин, Элла, ты опять... Как всегда, через какую-то, блядь, опять за пиндень пошли. Был же проход вот тут нормальный, да? То есть дорожка, тропинка там. Я не знаю, как это называется. А, ну я же пошел травку собирать сперва. Как обычно, пошел собирать травку и увлекся. Увлекся так, что опять с пути свернул, да? А, ну все, вот. Ох ты, стопэ. Стопэ, зайчик-побегайчик. Стоять. Живучая травка. Ты мне пригодишься. Наверное. Ну-ка. Блин. Развилка.
должен был прибыть на сон. Так, животин. А сколько мне еще там чего надо? Ух ты. Так, стоп. Я ж где-то тут еще крольчи завалил. Крольчу. Блять, а кто кролика-то уже утащил? Так, ну-ка. Жирное мясо. Ага. Информация о мире. Так, а кролик не отражается, да? Эй, блять, а куда? Ну вот, я же где-то здесь его вальнул. Странно, почему кролик-то не отражается? Какие-нибудь еще подсумки-то изготовить. Боеприпасы, путешествия. Так, этот на фул, да? А чтоб этот изготовить? Рыбья чешуя нужна. А здесь кость лисы. Эхо, патрон, кожа индюка, шкура кабана, сочное мясо. Ну, короче, шкуру лисы надо. Не, ну тут-то живности-то прям дохерища шарится. Вон там индюшатина. А я что, еще не научился шкуры снимать, что ли, с них? А? Похоже, тут была драка. Но трупов нет. И? Ой. И что? Что дальше-то? Трупов нет, драка была. Нам куда-то по следу надо идти или что? Ну ты ж след-то не выбираешь. Нет, он как бы... Он типа как бы отражается, кролик-то. Осмотреть лоскуты ткани.
А, типа... А, если вот она то. Куда-то тащили, могли остаться следы. Все, сейчас по следам пойдем, да? Окей, сейчас пойдем по следам. Вот они. Посмотрим, куда ведут. Куда же они ведут, да? Так, там что, рыскарь или бегун? Это эти, бегуны. Из этого можно сделать зелье. Эпа. Так. Да от вас нихера не падает, идите вы в жопу. Это я что-то не подумав. Щеманул. Ладно. Тупанул. Вот карха тьмы. Надеюсь, на сам там. Ты что, блядь, ебабо? Так, ну здесь я вроде всех там, да?
Металлические осколки. А кто там тут? Да вроде никого нет, а чё? Что за... А как туда-то забраться? Тут она не хочет. Да откуда там под... Откуда там подъем-то? Ну ладно. Не будем особо. Головчанскую греть, да? Никто не устоит перед истинами карт. С какой стороны он пришел? Форт Кархат тьмы. Вот просто прям. Надеюсь, на сам там. Прям вот интересно, откуда он пришел. Или стой, подожди, там двое было? Может, там двое было? Ладно, не получилось без палева. Значит, будем с палевом делать. Так, 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 стоп, 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 стоп. Кто там со спины? Со спины мне не надо. А, вот стоит. Блин, мудила. Сука, 4 стрелы потратил на этого дундука. Двигай отсюда. Точняк. Ну ладно, они пока меня еще не видят. Они видят, что где-то палево есть. А кто палево? Они не видят. Thank you.
начинает остывать. Начинает остывать, да? И что? Ну, значит, уже... Ко мне! Убьем ее! Блядь! Я умираю! Ну, я правда умираю! Мне конец! Я не умру! Промазал, да? Сильно задело. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Щемим, пока щемим, 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 щемим. Один остался. Фархат тьмы. Надеюсь, на сам там. Так, что он там, палево какое-то, да, он там типа увидел кого-то. Он еще там.
Наверное, твои кишки. Я хер знаю, кто мне там помог, но спасибо. Это мне понадобится. Так, что, я всех перестрелял или нет? А, Лой, мы всех перестреляли? Или не всех? Так, давай мы сейчас дроп соберем. Потом до костра добежим. Опять тяжелая. Это всегда пригодится. Отлично. Хоть что-то. Сколько у вас тут понаубивал-то я? Сколько же я вас-то тут понаубивал? Да, индюшатина. О, кожа индюка.
Так, кожа индюка. Мне же там нужна была кожа индюка для... Да? Окей. Так, давай мы сразу еще раз после этого. Так, ну да, там на зим, на сыр, как он там? Бахмет он там. Пойдем. Там вроде мы всех... Я, блин, надеюсь, что я там всех перестрелял. Что они все выскочили ко мне наружу. В попытке меня убить там, да? Вот тут я что-то еще не лутанул. Ты уходить не хочешь? А? Дуралей, ты где? Блять, мне просто неохота с тобой в лобовую драться. Все, ты ушел, да? Окей, ну ладно. Ушел, считай, выжил. А, ну все, я всех перебил, потому что костер здесь доступен, да? Отлично, отлично. Так, а здесь есть какие-нибудь... секретки. Тут же я кого-то убивал там в этой башне. Опа. Понятно, тут похоже. Всех, кого я убивал, уже это не убило, они за мной погнались. Что тут нету, да? Лисица там какая-то. Хер с ним. Да, я сам у них. Я должна ему помочь. Ой, блин. Оу-оу. Блин, я думал всех убил, они в форте там еще сидят. Они сидят в форте там, эти твари. Да, на самом них. Я должна ему помочь. Опа. Давай-ка еще раз. Че ты там? Спрошу проще, а то ты туго соображаешь. Вообще туго. Что ты делал там у развилки? Да с мамкой твоей пикник устроил. Ха, мне кажется, он хочет тебя оскорбить. Не выйдет. Мамка моя любит пикники. Все это прекрасно, только он упрямится. Ничего. Это конец. Нормально, в принципе, так-то. Да? Сколько у вас тут еще? Дундерклюмпинов. Охереть, да? Охереть.
Он мне с этой штуки шмальнул просто и все. Да, но сам у них. Я должна ему помочь. Давай-ка еще раз. Спрошу проще, а то ты туго соображаешь. Что ты делал там, у развилки? Да с мамкой твоей пикник устроил. Мне кажется, он хочет тебя оскорбить. Не выйдет. Мамка моя любит пикники. Все это прекрасно. Только он упрямится. Ничего. Я люблю ломать кости. Сколько костей нужно сломать, чтобы он завизжал? Он стойкий. Не меньше 7. Ладно. Принимаю ставки. Блин. Так, этот, короче, бычара такой. Его не сбивает она с ног. С ног она его не сбивает. Я должна ему помочь. Давай-ка еще раз. Спрошу проще, а то ты туго соображаешь. Что ты делал там, у развилки? Да с мамкой твоей пикник устроил. Мне кажется, он хочет тебя оскорбить. Не выйдет. Да чтоб тебя, блядь, косорылый. Чудо хрен, блядь. Ах ты ж падла. Получил, пидорюга. Тварина, блин, сволочная. Блять, у меня не... Ой. Тьфу ты. Тьфу ты, ну ты. Да что ты? Какие-то беспонтовые попытки, блин. Какие-то беспонтовые попытки сейчас. Я должна ему помочь. Давай-ка еще раз. Спрошу проще, а то ты туго соображаешь. Что ты делал там, у развилки?
Да с мамкой твоей пикник устроил. Мне кажется, он хочет тебя оскорбить. Не выйдет. Мамка моя любит пикники. Все это прекрасно, только он упрямится. Ничего. Я люблю ломать кости. Сколько костей нужно сломать, чтобы он завизжал? Он стойкий. Не меньше 7. Ладно. Принимаю штаб. Фу. На всякий случай, то вдруг там опять какая засада, бля. Фу. Так, здесь больше не с чего. Нет, не с кого, не с чего взять. Ну. Я от Киндива. Я тебя вытащу. Думал, старый хрыч про меня забыл. Выходит, за мной должок. Идем сюда. Киндив рассказал мне про еду. Они ее забрали? Нет, я спрятал. В закатной крепости много голодных, которые ее ждут. Хорошо. Послушай, когда вернешься в Меридиан, иди к аристократу Равану. Если все объяснишь, он поможет. Просить помощи у высокородного. Но теперь-то я не могу тебе отказать. Но сперва доставлю еду. Удачи. А как ты ее доставишь, если ты тут уселся сразу? Такой уселся и все.
Так, Раван. Раван. Да ё-моё. А вот здесь, да. Отлично. Ну что, на сегодня это все. Продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И всем пока и до новых встреч.